Всем привет! Вы на канале «Мир вокруг нас». И сегодня я снимаю про свои лизуны. Лизуны, которые я сделала сама. Снимаю я на новый штатив. Два лизуна. Идем в такой вот коробочке. Трехцветный. Я их делала сама, три лизуна. И вот такие вот еще два. Сначала я открою вот этот. Вот он. Там два цвета смешаны. Вот. Он с блестками. Правда, он ко мне липнет. Он очень хорошо тянется. Если резко, он рвется. Сейчас я его положу в коробочку. И, наверное, пойду помою руки сейчас, потому что вот это невозможно. Я пойду мыть руки. Я помыла руки от предыдущего лизуна. Он ко мне очень сильно лип. Стол у меня. Сейчас я открою вот такой вот лизун. Он с блестком. На камеру не видно. Плохо видно. Сейчас я его буду доставать. Жалко. И к мне уже прилип. Зеленый не липнет, желтый не липнет, а то розовый липнет. Я достаю. Розовый стал сильно липнуть. Вот зеленые розы и еще такие. Сейчас на камеру, мне кажется, хорошо видно, не знаю. Вот как блестит. Это хорошо. Сейчас, мне кажется, если они смешаются, то будет, ну, будет меньше липнуть. Или даже вообще липнуть не будет. Да, он же перестает. Он тянется плохо, нарвется больше. Видите? Тут больше всего было зеленого. Поэтому он такой. Он на ощупь упругий. Да.
Кстати, я показывала в начале видео, здесь было два цвета, вот даже розовый и этот голубенький. Здесь тоже был розовый, тоже. Мне кажется, если его размять, он будет хорошо тянуться. Он очень классный. Это больше похоже на жвачку для рук. Очень приятно на ощупь. Стал очень классный, и теперь он тянется. Он блестит. Ну все, это наше видео заканчивается. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!